1800 рублей. Хорошо. Сертификаты были вручены в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы. Сумма сертификата зависит от количества человек в молодой семье. Поэтому самая маленькая выплата в этот раз составила 426 300 рублей, а самая большая – 913 500. С приветственным словом к молодым семьям обратился первый заместитель главы администрации Шамиль Халитов. Он поздравил семьи с тем, что они приобрели возможность получить социальную выплату на покупку жилья из федерального и республиканского бюджетов. Теперь молодым осталось лишь реализовать эту возможность, использовать сертификат и определиться с новым жильем. Стали очень долго, стояли 8 лет, ждали очереди, стали в 2006 году. В то время еще было один ребенок, были положения. Сейчас уже три сына у нас, трое детей. Планируем потратить на улучшение жилья. Была бы новую квартиру, купим трехкомнатную.